Привет, кодоводы! Сегодня муж разговор у нас будет про ключ динаметрический Бергер, который нам предоставил наш друг и подписчик. Большое спасибо ему за это. Ключ от 28 ньютонов до 210. В интернете много роликов, как ими работать, но там долго и нудно. Показываю, внизу ключа стопор. Тут у нас крутящаяся ручка. Что нужно? Например, нам нужно 28 ньютонов. Крутим ручку, выводим вровень 0, и вот тут 28 ньютонов, как видно. Но нам нужно 30 ньютонов для того, чтобы закручивать пробку сливную масляную. Делаем по шкале, крутим. 29, 30, все. Фиксируем. Как работаем? Выставили на заворот. Одели, например, головку. Больше 30 ньютонов мы не натянем. Показываю. Тяну. Все, ключ сработал. Нужный момент достигнут. После работы убираем головку. Убираем ключ в чехольчик. Для чего нужен ключ? Чтобы не перетянуть слабые наши резьбы. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. До свидания.